На сегодня ситуация такая. Церковь Слова Истины до сих пор арендует помещение, несмотря на то, что этот дом принадлежит церкви. Мы арендуем зал для богослужения, для библейского института, для воскресной школы и несколько квартир для репцентра. А рядом стоящий дом для репцентра мы пока что не смогли приобрести. Проблема усугубляется тем, что в арендуемом помещении мы не помещаемся. Не хватает классов для воскресной школы. Арендная плата растет параллельно. Как в таком случае Церковь Слова Истины может эффективно исполнить свое назначение, распространять Царствие Божие на земле? Мы посвящены этому делу путем созидания нашей поместной церкви, путем созидания украинского общества и путем преображения зависимых людей. Для этого у нас есть четкая стратегия. Во-первых, библейская экспозиционная проповедь в центре служения. Во-вторых, благовестие всем живущим в Украине. И в-третьих, каждый член церкви – служитель Бога. Поэтому мы глубоко убеждены, что новое здание для церкви Слова Истины можно будет способствовать созиданию Царства Божьего в Украине. Рассмотрите стать партнерами вместе с нами в Божьем деле. Мне часто спрашивают, а что будет, если у вас не будет средств для всего этого? Я этот вопрос неоднократно задавал себе с тех пор, как мы решили приобрести этот дом. Я уверен, что у Бога есть все средства, и Он дает, кому хочет, по своей воле. Мы убеждены, что Бог ведет нас, что Божья воля – новое здание для Церкви Слова Истины. Бог не оставлял нас до этого момента. Бог начал это доброе дело. Бог и доведет до конца. Вот что более важное хочу спросить вас. Вы готовы стать соучастником в Божьем деле? Как вы это можете сделать? Инвестируйте в новый дом для Церкви Слова Истины. Передавайте эту информацию другим людям, другим церквам. Участвуйте собственными руками и способностями перестройки нового дома для Церкви Слова Истины. Станьте нашими партнерами в Божьем деле, чтобы вместе радоваться результатам. Господь обещал, что разные участники в Божьем деле, сеющие и жнущие, вместе радоваться будут. Не теряйте награды своей. Вспоминайте слова Иисуса. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Мы глубоко убеждены, что новое здание церкви Слова Истины можно будет способствовать созиданию Царства Божьего на земле. Станьте соучастниками в Божьем деле. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Аминь.